Да, всем привет, и мы опять играем в Shadow Fighter. А, да, вы не ошиблись. В прошлый раз мы победили этого. И ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот, ID нужно сохранить. То вдруг этот аккаунт просру. У нас есть вторая зеленая печать. Наверное, нам нужно взять вот это оружие. А, нет, равно нет. Прыжки. Ниндзя. У нас ниндзя. Какого фига у меня палочка? Ай! Ура! Мы его победили. На! На! Волисть-то! Питание безумно. Ой, я продумал. Давайте пойдем к отшельнику и заберем на него оружие. Так. Попробуем с косой его побить. Он с магией, это нечестно. Так как? Мы его не победим никогда такими темпами. Конечно. Даже с этой мачете мы его никак не можем победить. Его невозможно победить. Он не приседает. Ну, он не приседает.
Ладно, давайте этой фигней его побьем. Отшельник. Не, ну я понимаю. Говно. Говно собачье. А как с кем-то я буду драться, если все тут все это? Испытание, турнир невозможно. Ладно, гадалка. Понятно. Давайте послушаем тут песню.
В этом бою здоровье противника восстанавливается со временем. Тебе это не помогло, разбойник. А, у него, то есть, восстанавливается, у меня нет, да? Невидимый. А! А я его победил. Ты что, Валь, где ты? Да я его не вижу. Невидимый. Ура! Ту-ту-ту. Господи, наконец-то. А почему нам недоступно-то это? Давай тебе попробуем с этим оружием победить отшельника. Да когда ж ты умрёшь-то? Давай, давай, давай. Как? Безумно все равно. Еще в следующей серии уже будем. Сегодня. Что? Ну какой-то Shadow Fable, а поиск уровня. Поиск этих говно этого. Пока, короче.